Это энергетическая медитация для активизации нашей благодарности. Благодарность — это способ получить больше милостей. Благодарность — прекрасная эмоция. Это ваша способность соединяться с жизнью, вечным и бесконечным ее потоком, и получать от нее больше пользы. Потому что чем больше благодарности вы испытываете, тем больше вы связаны с тем, что есть хорошего в жизни. Вы получаете подарок, вы получаете хорошие новости, вы чувствуете благодарность за это. Или вы просто чувствуете себя хорошо, вы чувствуете благодарность. А это, в свою очередь, поможет вам активировать в своей жизни еще больше добра, еще больше приятных ощущений или еще больше хороших новостей. Оно происходит от латинского «gratia» и связано со словом «gracias». Чем больше благодарности вы испытываете, тем больше милости получаете. А милости — это технически... более высокие вибрации, входящие в вашу систему и приносящие кармическую благодать, кармическое смягчение, которое позволяет вам получить доступ к высшей реальности. Это настоящее техническое определение грации. Поэтому чувство благодарности преобразует вашу карму в положительную сторону. А теперь давайте испытаем энергетическую медитацию, чтобы активизировать вашу благодарность. Пожалуйста, закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов. Расслабление, добро, покой, улыбка. Энергия активации благодарности. То, что происходит в вашем сердце и во всем вашем существе. Я предлагаю вам почувствовать благодарность за то, что вы живы, за все то, что есть в вашей жизни сегодня. Настоящий секрет счастья заключается в том, чтобы быть благодарным и счастливым за то, что есть в вашей жизни. Замечательно! Почувствуйте радость. Можно даже использовать слова благодарности. Упомяните вещи, за которые вы благодарны. Спасибо, что вы живы. Хорошее здоровье. Спасибо за мою семью и близких. Пожалуйста, думайте о них с любовью. Спасибо за мою нынешнюю личную ситуацию. Спасибо за доходы от моей трудовой деятельности, спасибо за мое духовное возвышение и эволюцию, спасибо за доступ к секретам энергии и силы души. Спасибо. Ух ты! Каждый раз, когда вы будете смотреть это видео, вибрация благодарности будет возрастать. Если вы предпочитаете смотреть его с уменьшенной до нуля громкостью, вы можете сделать и это, и вы будете в тишине, и тогда вибрация благодарности пробудится в вас, благодаря энергетической активации, которую я вложил в него. Наслаждайтесь.